Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Райзу 31 год. Его рост 167 сантиметров, вес 61,55 килограмма. Профессиональный рекорд 18 побед, 7 поражений. Ladies and gentlemen, he 31 years old. Standing 167 centimeters tall, weigh in at 61.55 kilos. His professional record 18 victories and 7 defeats. Ladies and gentlemen, representing Manaus, Amazonas, Brazil, here is Michael Boca Silva! Его соперник красным углом. His opponent fighting another red corner. Бойцу 32 года. Рост 165 сантиметров, вес 61,55 килограмма. Профессиональный рекорд 16 побед, 6 поражений. Ladies and gentlemen, he 32 years old. He stands 165 centimeters tall, weigh in at 61.55 kilos. His professional record 16 victories and 6 losses. Дамы и господа, из Стаханова, Россия, приветствуйте Павел Ветру! Рефери Максим Протасов. Начинается основной карт турнира ACA 160, легчайшая весовая категория, дивизион до 61 килограмма. Майкон Сильван против Павла Витрука. Все внимание в клетку. Максим Протасов уже готов дать отмашку. Три раунда по 5 минут. Поехали. Смотрим и не моргаем. Тут-то немного покрупнее, кажется, Сила на первый взгляд. Посмотрим, будет ли это иметь хоть какой эффект. У него принципе... довольно широкий плечевой пояс. И, в принципе, довольно много мышечной массы. А вот как раз... Павел Ветрук всегда отличался отличной скоростью, таймингом, кинжальными атаками и моментальным возвращением на удобную для себя дистанцию. И вот сейчас как раз первый номер на себя примеряет Павел, начиная работать активнее, поддавливая. И шире приходится расставляться Силвану для того, чтобы выдавливать как раз оппонента. Да, при этом Силван, как вы видите, работает и в правосторонней, и в левосторонней стойке. Ногами неплохо бьет, но... Посмотрим, как он сегодня постарается раскрывать оборону Павла Ветрука. Пока держится на дистанции и на подшаге. Атака слева. Увесисто бьет Сильван. Выжидает Павел. У Ветрука просто огромное количество поединков за плечами. Дрался он и в разных промоушенах, и над... Под открытым небом были жесточайшие зарубы, в том числе и с Мавсаром Евлоевым, например. Многие из вас наверняка помнят. Колено-прыжки! Опять правый и опять почти в челюсть. Это просто магия какая-то на этом турнире. Видимо, недостаточно было двух ярких нокаутов. Нужно еще третий соорудить, но здесь очень хорош. Павел, конечно, скорость вот как раз та, о которой ты говорил. Интересная кино. А вот удар с вращением вдруг... Хоакина Бакли кто исполнит? Нет, не случилось. Ну и Ветрук тоже не дальше Лунгиамбула, чтобы сейчас упасть здесь посередине клетки. Джеб там. И вновь дистанция. Да, вы слышите, что сейчас подсказывает Тарас Кияшко. Ну, сдваивать правую пока Павел не торопится. Очень здесь размашистый. Конечно же, видел Ветрук эти атаки. Лоу-кик. Представляет Ветрук не только команду Стрела, но и команду Райд. Хлесткий лоу-кик, прошу прощения, хай-кик, но рука на месте. И сразу же оживился весь тренерский штаб Майкона. Рассчитывает на хорошее попадание, однократное. Силва, вкладываясь корпусом, хорошо прям так заряжая, но пока этого ему не удается. Ну и при этом, наверное, Павел отчасти доволен, с ним не пытаются бороться. Промахнулся Силва, хорошо подсел под этот левый боковой Павел Ветрук. Хорошо, еще раз по корпусу. Ну и как всегда, Ветрук постарается, скорее всего, максимально замедлить оппонента, а затем уже примется набирать очки. Хорошо.
по защите. Не забывает о корпусе Павел, пытаясь прошить вот этим фронт-киком, сбить дыхание или, может быть, даже в печень попасть, почему бы и нет. Это мы тоже сегодня наблюдали. А Майкон пока не раскрывается на все 100. Ждет, конечно же, своего момента. У него опасные боковые удары. Но пока с реакцией Ветрука все в порядке. Левый перфот не решился выбрасывать. Быстро бьет Ветрук, ногами в том числе. Очень правильно делает Павел, что собрано действует относительно Силвана. Потому что опущенная как раз правая рука возле челюсти может стоить всего поединка в целом. 8-6 удар ногами в пользу Павла к этой секунде. Ну и Сильван не сильно отстает. Последние минуты первого раунда. И пока, не знаю, Ром, как тебе, мне кажется, Павел перерабатывает чуть-чуть соперника. Он просто побыстрее, поинтереснее с точки зрения перемещений. При этом есть огромная угроза от Майкона с точки зрения тоннажа его удара. Вот сейчас как раз начал размашисто действовать, попал по корпусу, еще с левой, но тут же опять Павел быстрее. Не сильно бьет, но очень точно. Ну и, конечно же, не забываем, какое колено выбросил Майкон. Здесь поехала нога. Джентльменская часть поведения от Ветрука. Не бросился он вперед. Отлично. Вот здесь начинает ловить свой ритм Павел. Показывает ему Силван, мол, давай порубимся. Ну почему бы и нет? Колено уже от Ветрука. И здесь вот такой тейкдаун. Попытка треугольника. Локти снизу. Ух ты. Неплохие попадания, кстати говоря. Как включился Павел. Все. Пока перерыв. Смотрим продолжение. Майкон Сильван против Павла Ветрука. Первый отрезок получился очень качественным, событийно. Очень много ударов ногами было. Начал этот раунд правосторонний стык и левши. Сильван сейчас поменял. Вновь назад. Максимально плотно старается вкладываться Майкон в свои удары. С ножки атака. Нет, он все-таки медленный. И наверняка это предполагалось и самим Павлом, и его тренерским штабом. Ну, давление. Финтит здесь Павел. Хорошо отскакивает назад. Пытался колено сам вставить. Хлестко бьет по ближней ноге. Там есть уже покраснение. Есть. Были попадания до этого. Здесь здорово. А иногда вот вырисовывается такой стиль, причем у некоторых участников из команды «Стрела», а я имею в виду и Александра Волкова, и Павла Ветрука, когда работает боец, набирает балл, уверенное преимущество, но потом иногда, редко, встречаются очень неприятные моменты, как, например, в бою Волкова с Льюисом. Попытка побороться со стороны Майкона. Интересно. Посклад? Нет. Чем это все закончится? Ну что ж, Майкон забирает пул спины, так скажем. Вторую ногу заправил? Нет, только одна. Стремится сейчас Павел вдруг разжать захват. Там всем весом налегает на него Майкон для того, чтобы окончательно перевести на канвас. Ну и, видимо, Павел поверил, что с ним не будут бороться в первом раунде. Немного позабыл об этом. И вот, пожалуйста.
затяжная попытка навязать эту самую борьбу со стороны Сильвана. Правое колено в голову не заряжает и даже не пытается этого сделать Майко. Обратите внимание, как придерживает за локоть здесь и за счет этого пытается развернуться, но пропускает колено в голову. Вот то самое колено, но уже чуть позже. Момент ушел, здесь же бэкфест. Джеб, тем же самым отвечает и Павел. Здорово. Даже после одного точного попадания не получается Витруку поймать вот этот ритм и начать очень много наносить точных ударов. Может быть, с количеством определенные проблемы есть, но так или иначе не забывает про сайд-кики, про работу по корпусу. Павел левый снизу от Майкона. И застрял там удар. Ответная атака. Здорово Павел пробил по корпусу. Две минуты. Вновь территориальное преимущество у бойца с красного угла. Чуть было не наткнулся на апперкот снизу. Апперкот справа, точнее, Майкона. Сверху апперкот трудно придумать. Меняет стойку. Майкон пытается опять левой попасть. Так плотно по голове, причем единожды абсолютно не соединяет с какими-либо другими ударами. Щупает джебом и вот слева сейчас пойдет, наверное, атака. Минута 20. Не попал все-таки здесь Павел. Хотя порцию хвалебных слов от Кияшка получил. А корпус у солнечного сплетения. ...22-14 в пользу Витрука. Здорово. Здесь точно достал Павел, без всяких сомнений. Калфкик. Старался отбить игру. И где же левые наскачки, который пару раз уже пробовал Майкон в этом поединке. Пока не видит он возможности. В одну ногу проходит. Но ненадолго. Выбрасовывает руки. И хорошо, как и колено. И попал Павел на руках. Да, боковой зашел. Но, опять же, большого акцента там не было, так или иначе. С нашего ракурса и с ракурса как раз одного из судей это было хорошо видно. Есть ощущение, что поединок сильно раскроется где-то после 2 минут третьего отрезка, потому как немножко подсядут силы, и Павел вдруг может нарастить преимущество. Да, подсядут силы именно у Майкона. Колено в голову, и что? Все, пока перерыв. Это собранность и того и другого на фоне усталости может давать определенные сбои. Но уважение, конечно, превыше всего. Так или иначе, у нас два мастера проводить длинные поединки. Очень эмоционально гонят вперед секунданты Майкона. Пока не достает Павел. Но подбирается все ближе. Любит удары с вращением Сильван. Ну и Витрук, в общем-то, не тянет время в третьем раунде и очень активно и очень быстро начинает работать с точки зрения лоу-кика. Да, Витрук в этом плане хорошо настроенная пианино.
всегда делает свое. Но опять же, были, да, определенные проблемы с борьбой или с рваным ритмом, который как раз устраивал Абдулрахман Дудаев в поединке. А вот к такой манере Павел очень хорошо подстраивается. 4 минуты. И опять же, по прессингу все более-менее. Будет рука. И Сильван ждет. Безопасно для себя с дистанции так расстреливает. Набирает баллы для судейских карточек. Но здесь, да. Неплохо. И даже уходя, все равно определенный урон получит Ветруком. Фехтует джебом и на сильнейшую левую выходит. Почтальон посылку принес. Неплохо попал Майкон. Еще попытка затыкать этим джебом и как раз поближе подойти, нащупать дистанцию или встретить очень здорово при этом. Правый прямой. Подкручивает немного прицел ветру. И пропускает по корпусу. Борьба не проходит. Очень уверенно защищался ветру и тут же пошел вперед. Хорошо, правый снизу, апперкот туда, куда нужно. Прям в стиле Альберта Туменова отрабатывает Павел. Локи, кастливый ногой, это не все в порядке уже у Майкона. Еще ищет возможность Павел, окончательно загоняет в угол. Да, вот. И традиционно прибавляет, опять же, от раунда к раунду ветру. И опять вспомни бой с Дудаевым, когда попал по печени в третьем отрезке, а потом не бросился вперед Павел. Такой своеобразный наш Макс Коловый. Да, что-то есть. Но при этом, конечно, Павел гораздо меньше пропускает в голову. Согласен. Много ударов пропускает сейчас под ближнюю ногу Силван, и не зря он сейчас ее назад так убрал тактически, по крайней мере, ненадолго. Попытка нестандартно ударить локтем изнутри. Неудачно. Помотал головой Павел, показывает сопернику, что он все видит. Застрял удар в бороде оппонента, затем еще пара попаданий. На 1-2 удара Майкона Павел отвечает 5-6. Примерно так получается. Здорово. Очень скоростная работа. Здесь касание по корпусу. И еще все плотнее и плотнее становятся размены, которые могут еще быть и могут решить все в этом поединке. Да, и при этом левый боковой опять выбрасывал. Майкон готовит, возможно, колено в прыжке. Бросил эту затею, опять вернулся в правостороннюю стойку. И относительно Ветрука подразбито лицо, кстати, у Силвана. Урон оценивается во многом в первую очередь. 45-14 уже по ударам ногами, друзья. А вот здесь печень, по-моему, пробил все-таки Силвану Ветрук, но тот всячески это не показывает. Смотрим еще пару попаданий, 50 секунд до конца. А почему бы не оформить досрочную победу? Соперник уже практически готов к этому. Плотный удар от Павла. Попытка побороться, наверное, как спасительная такая соломинка, за которую цепляется сейчас Силван, потому что дальше он будет только пропускать в голову, судя по последней минуте, и действительно может упасть в нокаут. Смотрим. Да, попадает. Иногда сильный, иногда нет. Но самое главное, попадает. Перекрылся от Бекеста. Все видел здесь ветрок. А Бекест с другой стороны был неожиданным. Последнее мгновение. Еще один спрол от ветрука. Колено. И все. Хорошая, яркая концовка. Ну что ж, Павел Ветрук перерабатывает Майкона Сильвана. Давайте дождемся, конечно, судейских оценок и будем двигаться дальше. Это ACA-160.
и Джимми для свободных мест в ЦСКА-арене в Москве. Впереди самые громкие бои. Дудаев против Делимы. Реванш. Потом Тайгибов против Лаурентина. Полулегкий вес, четвертьфинал. А в той встрече победитель встречи Тайгибов Лаурентина выходит на победителя пары Бибер Туменов Лэнс Палмер. Они подерутся 11 августа. И потом Алихан Сулейманов против Ислама Омарова. Победитель выходит на Алексея Полкунникова. Алексей, кстати говоря, в зале. Ну и затем главное событие сегодняшнего вечера. Виталий Слепенко против Устармагомеда Гаджи Даудова. Титульный бой в полусреднем весе. Итак, дамы и господа, по завершении боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. Судьи 1, 3, 4 и 5 одинаково оценили поединок 30-27. Judges 1, 2, 4 and 5 are in agreement, scoring the same 30-27. И судья номер 2. 29-28, George 2, 29-28. Таким образом, единогласным решением победу одержал, and your winner by unanimous decision, Павел Петру! Ваши аплодисменты, друзья! Корону забрал заслуженно Павел Петрук! Паш, поздравляю с победой! Какие ощущения, какие эмоции, когда еще корона на голове? В первую очередь хотел поприветствовать всех. Спасибо, что пришли. Я знаю, на этот турнир собралось большое количество людей. И, как мы видим, все пришли. Спасибо моим родным, близким, всем, кто был. Огромное спасибо. Ощущение, ну какое? Упал король, да здравствует новый король. Поэтому, это шутка, конечно. Противник непростой, были моменты, когда мог заканчивать, но когда я смотрел его бои до этого, я знал, что он очень опасен именно в этих моментах. Поэтому у меня был план на бой такой, не форсировать, держаться хладнокровно и потихоньку обрабатывать, в принципе, что мы выполнили. У тебя 3 победы подряд, если я не ошибаюсь. Руководство лиги здесь, самое время, может быть, сделать какое-то заявление или вызвать какого-то оппонента. Я ж уже вызывал не один раз. Почему-то один раз не получается, второй раз, то травмировался. Сейчас, как я знаю, там, тем более в гран-при в нашем весе проходит, многие, кто уже сверху раскиданы между собой. Поэтому я хотел бы сделать один бой. Можно, да, скажешь? Hey, Jubileo, I don't know if you know our language, but I call you. I want to fight with you. I think former champion... From ACN, from a champion, from M1 Global, it will be interesting fight. So come on, man, in autumn, I think it will be great strike fight. Дамы и господа, Павел Ветрук готов встретиться осенью с Даниэлем Джубилео. И это будет очень яркое противостояние. Друзья, дайте шума, Павел Ветрук! Всем спасибо еще раз моей команде. И последний момент. Эй, Energy Dragon! Что-то я не вижу еще себя, вашего логотипа. У меня есть местечко, поэтому свяжитесь со мной, буду рад. Спасибо. Ваши аплодисменты победителю!